В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні у нас в гостях депутат Одеської районної ради, юрист Лада Рибалка. Вітаю вас. Здравствуйте. Сьогодні будемо говорити про такі нововведення. Перш за все, у нас з'явиться омбудсмен з медицини. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді України. А також декретні відпустки для чоловіків, що вже ухвалено. Тож, давайте спершу поговоримо про таке нововведення, як омбудсмен з медицини. Як українці мають це розуміти? Чи є вже певний механізм? Як будуть призначати на цю посаду? Кого? У який період? Да, действительно. Сейчас, мне кажется, сфера государственного здравоохранения, она то и делает, что терпит и претерпевает. Вот. И вот такого единого органа, который бы был призван защищать права пациентов, права медработников, какой-то профильный, его как такового у нас не существовало, хотя эта практика зарубежных стран довольно-таки уже развитая. И вот действительно мы получаем буквально на днях внесенный в Раду законопроект. Он только зарегистрирован, еще не проходил никаких чтений, обсуждений, но инициатива все же запущена о внедрении института медицинского омбудсмена уже в Украине. И мне кажется, рядом с разными другими, как бизнес-омбудсмен, языковой, у нас только вот каких только нет, а медицинского до сих пор не было. Теперь действительно такая инициатива есть. Чем же он будет заниматься? Это будет определенное должностное лицо, которое будет осуществлять контроль за соблюдением прав пациентов, медработников, за сферой медобслуживания в принципе и будет отыгрывать такую посредническую роль в конфликтах, которые случаются между больницами, пациентами, медиками и так далее. И, конечно, это, как и любой другой омбудсмен, рассмотрение и мониторинг различных жалоб, которые приходят от граждан. А по законопроекту предлагается, что омбудсменом сможет стать гражданин Украины, который достигнет 30 лет, у которого будет высшее либо юридическое, либо медицинское образование, соответственно, опыт в этой сфере, высокие моральные качества, это очень оценочное понятие, ну вот в такой сфере оно всегда присутствует, и, конечно, чтобы он прожил на территории Украины не менее 5 последних лет. Это, в общем-то, общее такое правило. И тогда будет собираться конкурсная комиссия. По результатам конкурса такого омбудсмена сможет назначить кабинет министров и потом, соответственно, снять с должности. Такой институт, он в разных странах существует то при правительстве, при Министерстве здравоохранения, например. И у нас также спокойно можно это внедрить. А что будет в профиле его деятельности? Это написание письменных запросов на органы государственной власти, это право неотложного приема любыми органами, беспрепятственного доступа на различные заседания, совещания и участие в них. Это контроль, надзор, это инициирование процедур, там, привлечение к ответственности. Ну, конечно, механизм еще не прописан. И мне кажется, что вот те его полномочия, которые в законопроекте, их достаточно мало, они пока очень такие широкие, это вот соблюдение прав пациента и медика. Это очень, скажем так, разлогое понятие. Мне кажется, можно было бы даже конкретизировать, к примеру, добавить туда контроль за соблюдением программ медицинских государственных гарантий, за предоставлением всех равных гарантий. А контроль, например, за рациональным использованием денежных средств, да, в медицинской сфере или же за качеством медобслуживания, лекарственных препаратов. То есть достаточно много различных конкретных полномочий можно вложить в это, и от этого, конечно, будет зависеть и штат, аппарат сам вот этого нового омбудсмена. Якщо дивитися на європейські країни, то наскільки подібна практика поширена у них та як це працює саме в європейських країнах? Ну, дійсно, как я и сказала, в Европе это распространено довольно давно. А вообще институт омбудсмена медицинского, он берет начало с Великобритании. В прошлом веке, к примеру, в 80-х годах около 40 общественных организаций подписали такую петицию, скажем, да, поддержали, что такой институт необходим. И в 80-х годах прошлого века действительно такой институт ввели, он до сих пор успешно работает. Там, к примеру, в Великобритании омбудсмен занимается только теми жалобами, которые приходят от заявителей, которые уже обращались в какие-то органы, и их не устроили ответы этих компетентных органов. То есть они исчерпали будто способы себя защитить и обращаются к такому омбудсмену. И там, к примеру, в Англии довольно разные поводы для таких жалоб. Это начиная от конфликтов там, на какой-то профессиональной основе там, с больницами, с медучреждениями, заканчивая хамским отношением медперсонала.
или, например, неудобными часами приема врачом, или какой-то некачественный, например, пищей в больнице. Довольно-таки даже мелкие вещи — это предмет тоже обращения к омбудсмену. И даже может показаться, что больше омбудсмен направлен на защиту пациента в Великобритании. Вот. Там также омбудсмен предоставляет раз в год отчет о своей деятельности. Если взять нашего омбудсмена обычного, да, уповноваженного с прав людини, такие отчеты тоже ведутся. То есть у нас есть практика, как это работает, как омбудсмен в принципе должен работать, отчитываться о своих достижениях. И вот если ввести такое в медицинской сфере, почему нет? Якщо подивитись відгуки про будь-яку лікарню України, ми можемо знайти як позитивні фідбеки, так і негативні. Все ж таки, яку функцію у регулюванні відносин між пацієнтом та лікарем буде саме у омбудсмена? Ну от якщо проаналізувати, то дійсно створюється впечатлення, що коли назріває конфлікт між медиком і пацієнтом, між лікарнею і пацієнтом, то як будто пріоритет чаще всього віддається саме пацієнту. У меня такое впечатление складывается, хотя очень часто эти конфликты, они явно на какой-то и личной основе, да, исключая какие-то профессиональные моменты, они связаны именно там с отношениями того же медика и пациента. И часто именно кажется, что пациент всегда прав, хотя это неправильно. И на мой взгляд, такие вот единицы, как вот омбудсмен медицинский, они должны как раз-таки быть для того, чтобы одинаково защищать и сторону пациента, и сторону медика, чтобы быть таким рычагом баланса между этими сферами. Это для того, чтобы и контролировать в принципе медобслуживание, улучшать качество медобслуживания, контролировать, как работают медицинские учреждения, не имея такого профильного надзирателя, назовем это так. Ну да, министерство есть, оно находится в Киеве. Часто у нас представители министерства ездят в медучреждения? Наверное, и нет. Вот, и мне кажется, вот как баланс, да, как орган, который сможет приблизить государство и сделать более чутким к нуждам населения, это очень классная инициатива. И к тому же, мне кажется, мы сейчас с вами живем в такое время тотального хаоса, беззакония абсолютного, когда может появиться еще одна инстанция, куда можно пожаловаться, куда можно написать какое-то ходатайство, запрос. И почему бы не иметь такой орган, куда дополнительно можно обращаться, исчерпав все остальное? Мне кажется, лишним это не будет. Главное — это правильно и грамотно разработать. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что это не один человек, а целый аппарат. А целый аппарат — это зарплатный фонд этого аппарата. А это все государственный бюджет, бюджетные средства. И откуда-то эти средства нужно взять, изыскать, да, и пополнить. Вот в этом проблема может быть, конечно. Ну, смотря, конечно, чем он будет заниматься, от этого будет зависеть и финансирование. Чи має омбудсмен з медицини полегшити роботу саме Міністерства охорони здоров'я? Чи буде якась комунікація між міністерством? Розгрузити, як мінімум. То есть многие сейчас жалобы, ну, есть действительно граждане, которые обращаются напрямую к министру, господину Степанову, да, хотя многие из этих жалоб просто опускаются в департаменты, да, в профильные какие-то учреждения управления и так далее, и они до руководства не доходят. А в общем-то и не должны, потому что на каждую жалобу есть какой-то, ну, это профиль, да, есть определенное количество людей, которые этим занимаются. Омбудсмен как раз-таки для того, чтобы быть... Это такой, знаете, круглосуточный прием граждан, но именно в медицинской сфере. Когда есть человек, уполномоченный именно в этом профиле, занимается только этим и, естественно, разгружает профильное министерство. Насчет коммуникации, ну, это очевидно, конечно, это вообще первый человек, кому Минздрав должен задавать вопросы, да, и чьи отчеты брать к сведению. Но это тоже нужно разработать. То есть пока что инициатива — это инициатива. Она еще не прошла не то что первое чтение, еще в комитетах не слушалась. И мне кажется, многие депутаты захотят приложить руку и какие-то правки свои подать. Действительно, идей очень много. Вот. Я лично же, ну, хотела бы поучаствовать, поинтересоваться, что как развиваться будет в этом плане и последить, как бы, да, за судьбой законопроекта. Возможно, мы с вами его обсудим, когда он же с правками будет принят в первом чтении. Дійсно, будемо спостерігати за таким цікавим законопроектом. Також цікавий законопроект вже прийнято Верховною Радою України про декретні відпустки чоловікам. Закон нарешті урівняв права жінок та чоловіків. Як ви ставитесь до цього законопроекту? Дійсно, зовсім на днях був прийнятий вже окончательно закон, який урівняв і предоставив однакове право мужчини і жінки.
участвовать в уходе за ребенком, и этим он создает предпосылки для усиления роли отца в воспитании за ребенка. И, в общем, я считаю, очень логичная и правильная инициатива, потому что, в принципе, у нас существовали кое-какие моменты из этого закона давно, но они недостаточно хорошо работали. И этот закон, конечно, их, скажем, усовершенствовал. Это два момента. Во-первых, у нас новые отпуска появились, а это так называемый социальный отпуск при рождении ребенка. Это отпуск, который может взять как отец, так и мать в равной степени при рождении ребенка на 14 дней. Этот отпуск отплачивается работодателем. То есть это ваш гарантированный государством отпуск. Может взять также и отец ребенка, жена которого вот родила, либо другой совершеннолетний родственник, который ухаживает за ребенком. Но при этом изымается, у нас был такой отпуск для отцов, у которых жены брали послеродовой отпуск. Такой был. Вот теперь его не будет, но это был отпуск без сохранения зарплаты. То есть теперь государство еще и гарантирует оплачиваемый отпуск 2 недели. Это касаемо первого. И второе нововведение, более такое громкое, конечно, это так называемые декреты для мужчин. Скажем так, в законе, Кодексе законов о труде Украины уже была такая возможность уйти в такой отпуск отцу ребенка. Но этот механизм был несколько сложен, потому что даже если ты написал заявление, тебе такой отпуск предоставят только если женщина находилась длительное время в больнице, либо если женщина выходит на работу до окончания декрета, ей уже платят зарплату, она не может получать помощь, и предоставляют справку с места работы. То есть механизм как бы есть. И из-за этого сложилась практика, такой, скажем, дискриминационный немножко подход, который обозначает, что как будто право отца, оно является производным от права матери. Зависит от него, и мать как будто делегирует отцу право участвовать, да, и брать такой отпуск. Теперь же этот закон полностью меняет ситуацию. Нас как отец, так и мать берут отпуск декретный до достижения ребенком 3-летнего возраста. Спокойно можно такой отпуск взять, не предоставляя справок, то есть если раньше зависело от матери, как она работает, то теперь также делает и отец ребенка. И, конечно, это уравнивает их права и усиливает, скажем так, отцовство в этом плане. И странно, что раньше этого не ввели, потому что во многих зарубежных странах как раз-таки декреты для мужчин — это очень развитая такая давно уже успешная тема, где иной раз даже это обязательно. Это даже обязанность, а не право. Розкажіть ще, на який проміжок часу чоловік може отримати декрет, та чи це робиться по черзі, тобто спочатку мати, потім батько, чи вони можуть одразу разом взяти? Ні, кому-то одному, звісно, предоставляється цей отпуск. Он дается на 3 года, то есть до достижения ребенком 3-летнего возраста. Один из родителей просто теперь точно мужчина может брать, да, как отец ребенка, и, скажем так, пребывать в таком отпуске. Если вот, например, взять зарубежные страны, где действительно такая обязанность может быть, во многих европейских странах, например, там Польша, Германия, у них даже отпуск так называется, родительский отпуск. Он предоставляется, к примеру, в этих странах на 2 года. И может и мужчина, и женщина в равной степени его брать. А взять, например, Скандинавию. Вот там очень прогрессивное законодательство. Например, Швеция или Норвегия. У них есть, кроме родительского отпуска, еще так называемые родительские квоты. И это вообще очень интересная тема. То есть у них длится, по-моему, около 1,5 года декретный отпуск. Его берет по общему правилу женщина. Но из этих 1,5 года мужчина должен взять 60 дней. То есть 2 месяца точно он заменяет женщину в этом декрете. Если же нет, они даже рискуют недополучить свои выплаты. А вот если мужчина и женщина вообще поделят между собой декрет пополам, они еще большую материальную помощь получат. То есть финансовое обеспечение зависит от того, как они распределят этот декрет. Это очень, ну, интересно, да? Например, там Японию взять, даже вот в азиатских странах это все есть. Там мужчина может взять декретный отпуск на год, первые полгода ему 60% оплачивается, остальное в остальные полгода. То есть мы видим, что не только в Европе эта тема развита, она в Украине уже, в принципе, давно обсуждается, и как таковой декрет для мужчин, он был возможен только действительно, да, с оговорками некоторыми. А теперь это действительно уравнивает, и какой-то там момент манипуляции, дискриминации уже будет исключен.
Дійсно, цікаві такі законопроекти останніми тижнями з'являються у Верховній Раді України. Будемо спостерігати за ними і надалі. Дякую вам за бесіду. Нагадую, що в гостях студії була депутат Одеської районної ради, юрист Лада Рибалка. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь з репортером.